Может, про звезд что-нибудь спросим? Там, блядь, на каждого мнения. Давай, любого. Это мы будем про любого. У вас редчайшая возможность спросить про любой ебальничек, появляющийся на экране. То, что Малышева, она реально шарит или наебывает нас макетами? Она доктор или это? Ну, это Лепрозорий, старик. Это дом прокаженных. Она нуждается в лечении, скорейшем. То есть, получается, жить не здорово с Еленой Малышевой?